Здравствуйте, у нас сегодня экскурсия по деревне Маркут Педер с детьми. Вон они сейчас, вещи складывают сейчас. Отец у меня будет экскурсоводом. Сейчас послушаем. Вот здесь мы весной с Арсением ходили, с металлоискателем. Тут еще шашлыки жарили с ним. Сейчас прогуляемся. Вот три дома здесь осталось. Вот один дом, там второй дальше и там третий. А здесь целая деревня была. Тут деревьев их не было, там тоже дом стоял. Ну, сейчас ходим по первому дому. Вот я нашел станину упряльную. Востанка. Сейчас, чтобы не сгнило сюда, где по суше, положу. Как-нибудь надо домой увезти. Вот они. Вот так вот. Половина внизу еще, отец там им рассказывает. Вот это стын по коме. Здесь сеновал был. Внизу вот два хлева. Вот мы в помещении. Детям-то радости по заброшкам ходить. Печь русская. Глинобитная она. Без кирпичей сделана. Вот, идем ко второму дому. Колонна такая сзади людей. Там посмотрели все, показали. Но это тут половинка дома уже осталась. Вот тут, говорит, один дом был, вот тут второй, там еще третий дом, там он два дома были, там шестой, еще где-то седьмой дом был. Сейчас сюда зайдем, сюда весной с Арсением я не попал, снега было много, да, и времени было мало, сейчас посмотрим. Вот здесь клад-то какой. И все относительно хорошо сохранилось. Соль почему-то. О, блин, тут все может развалиться в любой момент. Вот здесь что-то было. Тоже соль, наверное. Сейчас там протекает крыша. Уберем с угла, чтобы не сгнило. Вот пила Лучковка. Им раньше лес валили даже такими пилами. Вот. Так вот, сюда положим. Вот корзина какая. Только без дна уже. Вот тут главное, чтобы пол в то же время потолок не провалился. Внизу там стеновая часть. Вот. Тоже в трещине, правда, уже. Трещина вот пошла. Вот ступка целая. С ручечкой маленькой. Блин, сейчас. Сейчас, в общем, покажу. Ух, тяжелая она. Так как противовес, чтобы для устойчивости внизу оставляли вот такой кусок чурочки. Делали из березы. Вот так вот ступка. Сюда поставим. И сухо, где не протекает. Крыша уже прохудилась. Вот бочонок. Почти что новый, можно сказать, по нынешним меркам. Вот такой вот. О, сокровища какие. Вот они, сокровища. Тут вилы, им стога метали. Вот это с конской упряжи деталь, только зажала бревнами, не вытаскивается. Черенок от лопаты, это современная шкатулка, тоже без дна и без крышки уже. Вот это тоже от ткацкого станка, по-моему, детальки.
Вот сейчас. Так, фотография на память. Так, сейчас пойдем дальше. Осталось картофель, мы отсюда не. Вот, тут картофельные поля были, вот где мы сейчас ходим. К третьему сохранившемуся дому пойдем. Три дома. Вон там первый дом был, тут второй. И вот этот третий. А это ледник старый. С ямой там, да, ледник. А вот тут жил человек, голубей держал. Вот там насест у голубей над окнами и отверстие вот. Там в чердаке голуби у него жили. Он разводил голубей. Как это в фильме «Любовь и голуби». Все развалилось. На чердаке у него голуби жили. Сейчас здесь посмотрим, что-то тут есть или нет с этой стороны. Вход какой-нибудь. Удочки. Удочек зато куча была. Вон вход. Очень ветхий. Туда уж лучше не подняться. Если сейчас попробую да куда-то подняться, то покажу, что там. Вот я на чердаке тут. Кирпичи сложены. Ведро старое. Вот заготовки для деревянных санок. Вот заготовки такие. Лопатка. В печке пока. Наверное, либо весло. Нет, весло для весла это что не то. Это, скорее всего, в печку, выпечку запихивать. Вот это тоже. Вон там тоже маленькая. Вот тут вот у него голуби жили. Тут ящики, гнезда. Так предполагаю. Сейчас посмотрим, что там. Вот. Здесь голуби размножались. Вот так вот. Вот там мастерская у этого человека, который здесь жил. Да, сейчас туда дойдем. Вот. Тоже все развалилось. Окна уже на уровне земли тут. Входа нету. Вход весь развалился. Вот так вот. Тут лучше не стоит заходить. Вон там вход получается. Вот окно на уровне земли уже. Тут уже все. Кирдык. Вот тут вот все, эта половинка развалилась. Сени. Потолок, чердак. Вот. Тоже все сгнило. Все висит на соплях. Даже опасно тут проходить. Сейчас быстренько проскочу. Вот так вот. Уже потолок ни на чем не держится, можно сказать. А тут старые склянки, банки. Куски, трасса почему-то. Что там есть? Это что-то было. Все развалилось. Так вот. Полочка тоже пустая. Дети вон на фоне кедров фотографируются. Вот тут кедры. Пару кедров росли, только уже, наверное, не видно их. Вот так лиственница, она выросла, кедр задушила. Вот большая лиственница, большой кедр. Сюда в детстве приходили шишки сбивать. Там еще тоже кедры были, но их не видно. Может, уже высохли. Там тоже кедр был, тоже уже не видно. Наверное, отжили свой век. Вот. Вот всей толпой идем в сторону машины. Там в избушке чай попьем и поедем домой. Ну что, все чай попили. Сейчас поедем, детки там. Сейчас поедем. Ну вот и пошла экскурсия у нас. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Эта экскурсия в основном была для детей. Так попутно поснимал немножечко.
Поэтому не обессудьте, что такое видео. Детям главное, чтобы понравилось. А вам бы там не понравилось, как на каком языке. То одно, то другое говорят. Поэтому кому как, кому понравилось, ставьте лайк. Пока.